Таджикистан и США проведут совместные учения под предлогом совместной борьбы с терроризмом. Радио Азади сообщает со ссылкой на пресс-центр посольства США в Душанбе, что стороны договорились о проведении совместных учений с 27 марта по 7 апреля. В учениях примут участие 150 американских и 100 таджикских военнослужащих. В сообщении посольства утверждается, что учения проводятся с целью согласованного реагирования на случаи проявления международного терроризма. Основная часть этих учений будут проведены на территории Таджикистана. Незначительная часть этих учений будет проведена на территории, выбранной правительством Таджикистана, говорится в заявлении ведомства. Напомним, что на сегодняшний день Таджикистан находится в политической орбите России, и, по всей видимости, данные учения связаны с прощупыванием со стороны Америки, которое не дает России расслабиться в Центральноазиатском регионе. Следует также отметить уже заезженный повод для совместных учений – совместная борьба с терроризмом, который отсутствует в Таджикистане в принципе.